Всем привет! Снова здравствуйте! Вот такие модели, кстати, которые я хотел отдать. Хотелось бы в этом видео, давайте одну фишку еще рассмотрим, вот по одежде. Если кто-то начал лепить, вопрос у него стопудей стоит. Почему, когда по экстракту лепишь, и внутрь вгибается, с обратной стороны начинает проецироваться зеркально то, что мы делаем с другой стороны. Проблема это вот в чем. Давайте нанесем маску, сделаем так экстракт и сделаем ацепт. Так, посмотрим, не дюжит тонко. Вот такая заготовка у нас получилась. И теперь, когда вы хотите по ней лепить, получится вот что. Любой кистью будем работать. Когда мы начинаем по ней лепить, вот внутри вы видите, что все вот это дело начинает прогибаться. И чем дальше мы больше будем тут делать что-то, все ее будет корежить, вести. Где-то в каких-то случаях, конечно, это хорошо. Допустим, вы делаете складку, вот так вот. И в принципе, вот задняя часть мнется, если она на модели, ну и пусть так типа будет, да? Где-то подтянули, где-то подрезали. Допустим, вот уменьшаете кисть, и вот так вот где-то подрезали, у нее вид становится более такой, ну, интересный, что ли. Ну, допустим, вам все это дело не надо, вот это все, такой вот вид вас не устраивает, вот гнутый. Что можно сделать? Давайте вернемся назад, ставим, давайте, другую кисть, заходим в brush, находим автомаскинг и жмем вот эту бок. Face mask. Вот мы рисуем по ней, а сзади, видите, не отпечатывается. Потому что задняя часть автоматически маскируется, и в принципе можно работать с любыми кистями, можно вытягивать, если что-то вдруг. Вот вы начинаете вытягивать, внутренняя часть у вас тоже начинает вытягиваться. Переключаемся опять, включаем backface. Почему такая фишка произошла? Когда вы назначаете вот этот backface, он назначается каждой кисти. И когда вы берете другую кисть, вот допустим вы эту взяли кисть, она вот видите, все, включенный backface, ее можно отключить, она будет полностью вытягивать. Но если вы переключаетесь на другую кисть, допустим, вот опять стандарт поставим, начинаем вот вминать, и вы видите, что опять работает задняя часть. Да? Или начинаем тоже рисовать. Вот она начинает вытягивать. То опять, если отключен у нас backface mask, то мы ее включаем. И начинаем вот рисовать. Уже внутренняя часть у нас, вы видите, не искажается. Если мы ее отключим, то уже кисть будет опять вдавливать, ну, работать зеркально. Так что вот такая вот простенькая фишечка. Поэтому используйте вот эту клавишу Backface Mask. И она вам поможет полностью работать на любой интенсивности, на любой поверхности, которая вот именно уже включена. Видите? Все, всем пока, до свидания. Надеюсь, это вам будет полезно знать.